значение предыдущей формы. Вайхалянчи Беложарава отправляет к ней. Сначала отдает жизнь Бог. Левая нога хочет канала небяточки, правая ноги. Ноги поясница Убан, хочет подтянут. Правая рука выполняет вкладывающее движение локти, левая ладонь. Первое движение. Разворачиваемся, сбивая правую руку до уровня центра туловища. То есть центральная линия. Левая нога разворачивается на носке, возвращение у нас на сучках. Левая нога разворачивается в обратную сторону, перенесем вес на левую ногу, а правую ногу ставим на зеркало. В этот момент выполняем сбив левую руку. Правая рука сбивает внизу контролируемого противника. Дальше. Выполняем дотрагивающее движение двумя руками. Переносим вес на правую ногу, обе руки выталкивая вперед, одновременно подтягиваем левую ногу, разворачиваем голову в ту сторону, когда мы будем выполнять шаг. То есть влево, немножко в сторону вперед, под стойкой делаться. Отъезжаем левую ногу без веса. Руки наклонены, расслаблены, ноги поясница губа, копчик подтянут, плечи выключены, расслаблены, наклонены. Следующее движение. Правая рука выполняет движение назад, после вращения у нас локтевой сустав правой руки. Левая рука медленно идет к груди. Правая рука идет к руку, левая рука выходит чуть-чуть вперед. Используя таз, поясницу и ноги, перетекаем по восьмерочке с правой ноги на левую, выполняя сбивающее движение вокруг колена и поднимая левую руку щепоткой и запястьем вверх по своей градусу. То есть левая рука поднимается так, как будто мы с вами поднимаем цветочек с поверхности воды. Запястье на уровне плечевого сустава, рука выставлена примерно по бедру, примерно с этих градусов. Правая рука выполняет круговое движение, реющее движение его ладони, выходит с стопом и в конечном положении тоже выполняем оседание сечением, опускаем центр тяжести. Положение у нас получается крестообразным. Ноги стоят вперед, туловище и руки выставлены на перпендикулярно. Выполняем движение. 70% веса остается формы на левой ноге. Выполним движение фронтально, чтобы вам было очень видно на деталях этого движения. Итак, Вайхалянчи Беложарава отправляет к ноге. Сбив выполняемую фронтальную плоскость до уровня центральной линии. Сбив правую руку. Разворачиваемся на носочке левой ноги. Возвращение на носочек. На носке левой ноги разворачиваемся в обратную сторону. Переносим вес на левую ногу, правая нога поднимается на пятку и разворачиваясь, выполняя сбив правой рукой. Левой рукой, а правая рука контролирует руку по этому никому. Перед доталкивающее движение двумя руками, подтягиваем левую ногу к центру голени, разворачиваем левую голову влево, под свой придется туда, куда мы будем выполнять шаг. Шаг выполняется отдавлен на пяточки, переносим веса. Пойди кубан, ручек подтянут, макушка натянута. Дальше. Левая рука пошла в головной клетке, правая рука выполняет сбивающее движение назад, возвращение локоть. Запястье выходит назад, после этого возвращается по круговой траектории. Левая рука выходит чуть-чуть дальше. Теперь, используя таз, ноги и поясницу, переносим вес с правой ноги на левую. Перетекаем. Левая рука поднимается вверх. Под 45 градусов. Правая рука пошла сбивающее движение вдоль левой. Туловище сопровождает правую руку, кольцо выполняем движение сячьем, оседание вниз, опускание центра тяжести. Фронтальное положение туловища, ноги выставлены вперед, руки выставлены на перпендикулярное крестообразное положение. Положение, как будто мы держим такой большой шарик, только левая рука у нас сформирована в щепотку губы, правая рука ладошка отжата. Запястье на уровне плечевых суставов. 70% веса в этом положении было на левой ноге, 30% на правой ноге. Выполняем шагу, собирание, действие, окончание формы.